Как делишки, ребятишки, с вами снова Адис, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать рубрику «Троллинг. Прятки в Майнкрафте». Эй, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайкусики под нашими сериями «Троллинга. Прятки». Только благодаря вам мы снимаем эту серию, а еще у нас опять челлендж, да, Эдисон? Да, ну я сейчас объясню, какой, или сразу объясни. Объясни. Да, короче, сегодня мы не сможем ходить вперед, то есть мы будем ходить только назад, ну... Хоть это звучит как-то не очень, но вы сами сейчас все поймете, как это будет выглядеть. Но в первую очередь, ребята, ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на наши видосики, если хотите видеть новую серию «Троллинг пряток» как можно быстрее. Это же не тяжело, Жек, вообще не, да, не тяжело. Вот если, знаешь, вот если 15 человеков наберут на обоих сериях, да, и вот на моей, и на твоей, то будет еще челлендж и будет еще «Троллинг пряток». Да, только это не туда пошел, да. Да, вали отсюда, вали! До свидания. В общем, ребята... Что у меня будет сегодня за карта? Тут у меня сцена и концерт МДЖ. Почему МДЖ? И что такое вообще МДЖ? Ребята, кто не знает, я вам еще раз напомню, то, что сегодня на карте у нас будет челлендж задней походки. То есть мы будем ходить только вот так задом вперед, мы вообще не сможем ходить. А кто король мунволка? Ребят, мне кажется, тоже 90% не знает, кто даже такой Майкл Джексон. Но все же, я надеюсь, то, что многие знают. И именно он король мунволка, то есть задней походки. Поэтому я решил построить сегодня сцену и такой небольшой, странный на самом деле, очень такой концерт. А тут у меня, смотрите, какие красивые машинки. В общем, да. Поэтому, ребята, знаете, что мы сейчас сделаем? Давайте мы сначала пойдем к Жеке на карту. Мне даже интересно, что он построил. А вот уже потом вернемся на мою карту. И у меня есть прям гениальное, просто гениальное место, чтобы спрятаться. Поэтому давайте, ребят, мы сначала потопаем к нему, а потом вернемся. Давайте. Еду, Жека, жди, ща привет! Так что она так тупая машина? Не едет вообще ни хрена, а? Это у тебя вообще фиговая машина, вот спорим, я могу построить такую машину, которая летать будет. Как? Машина вообще не летает, Жека, как бы, не? Не, ну а как тебе вот это? Жека, так это же самолет, а не машина, так нечестно. И чё, это же кроссаут, здесь можно построить любую машину, даже похожую на самолет. Ну что, ребят, я не знаю, засчитаем ему вот эту машину. Ну, кстати, ссылочка на вот эту игру есть в описании, вы сами можете полетать на машине Жеки, или же собрать собственную. Поэтому давайте. Ну что, Жека? Эдисон, заходи на мою карту. Как заходить? Ребята, кто не знает, мы перебидели вообще себе клавишу, то чтобы вот вперед вообще не можем идти. То есть нам надо задом ходить, вот так. А ты где вообще? Ты найдешь мою карту? Да, я как-то иду, то есть подожди, дверь закрою. Здрасте, бордай. В общем, Эдисон, ты должен сам понять, что у меня сегодня за карта. Вот давай. Ну я уже понял, это Звездные войны, да? Да, это Звездные войны, Эдисон, ищи меня на карте ход в Звездных войнах в Майнкрафте, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, и подожди, а как мне вообще тебя искать, бед, такой вопрос, а? Ну ты вот там ходи, вот может что-нибудь найдешь. Ребята, может это кажется, то, что это просто, на самом деле это не просто, то есть задом ходить, все обходить, смотреть, так, подожди, что за сундуки? Эдисон, я тебе дам сразу же подсказку, тебе нужно найти... Я тебе дам подсказку, тебе нужно найти бластер и найти к нему стрелы, и тогда ты сможешь залезать на всякие разные постройки. Бластер, да, значит бластер. Да, деревянные кнопочки, это кнопочки, за которые ты можешь цепляться бластером. Все, давай, как бы ищи. Ничего не понял, в смысле деревянные кнопочки, за которые ты можешь цепляться бластером? Короче, Эдисон, вначале ты должен найти бластеры со стрелами. Ну смотри, стрелы я уже нашел, вот. А где бластер? А где бластер, я даже не знаю, Эдисон. Ты подскажи мне. А мне как мне как бы сложно задом ходить, а не вообще. Эдисон, я тебе дам подсказку. В этом здании, где ты сейчас был, там есть еще секретный проход. Вот если там дальше пройдешь, там где чешуйницы. Там есть секретный проход, там потыкай на стенке, вот там будет секретный проход. Не, мне и тут нормально, пока наверху. Да, ну хорошо, хорошо, хорошо. Да. Если тебе бластер не нужен, то как бы хорошо. Да, хорошо. А ты мне уже когда помню еще раз, а зачем мне бластер нужен? Чтобы залезать на постройки. То есть стрелялки, да, стрелялки? Ну да, Эдисон, давай. Так, хорошо, Жека, давай, главное, чтобы полчаса друга не искали, а то вот эти задние... Я тебе дал подсказку, тебе нужно залезть в то здание, которое ты уже был там, залезть вниз, там будет, где чешуница, секретная дверь. Ну как бы она не секретная, там она просто... Задные походюльки, подожди, Жека, я ничего не понимаю.
Эдисон, я тебе... Вот у меня сам не служит, а потом будет... А что это я так долго тебя ищу? Давай, иди. Так, хорошо, хорошо. В иглу, в иглу заходи, молодец. Почти попал, Эдисон, почти попал. Подожди, ты как ты вот... Молодец, дверь ты прошел. Так как за... А, подожди, а как в эту яму, Жек? А, вот, все, попал. Попал, ну, в яму. Ну, в лестницу сюда попали. Так. Ага. Да. Ага. Ага. Угу, угу, угу. Я тут ничего не вижу, тут ничего нету. Тут ты там есть секретный проход. Ну я зашел в секретный проход, только тут ничего нету. Там по стенкам потыкаем, там даже не секретная, там не секретная дверь, там просто как бы дверь сделана. Да я зашел уже, но тут внутри самом ничего нету. Подожди, да что тут непонятная какая-то дичь творится, где я? Или есть, Эдисон. Да ты посмотри повнимательнее. Нету. Нет. Ну давай, Жека, давай. На ты самом деле, ищи. Да ничего, нет, подожди, это где смешно. Я ничего не вижу, Жека. Задницей ходить вперед, как это, вообще никто так в жизни не пробовал, как я сейчас пробую задницей вперед ходить. Жека, так, бластер, а где бластер? Вот я вижу стрелы, да, я вижу стрелы, еще стрелы, больше стрел, а бластера нету. Там внизу есть секретный проход. Ты что, дурак, так я уже через секретный проход забрался на башню. А, да? Ну тогда там есть бластер. Да нету тут бластера никакого. Есть. Где? На башне нету. Есть, прям на башне. Вот я сейчас на башне, да? Вот на башне нет никакого. Там есть 4 диспенсера, да. Правильно? Да. В одном из них есть бластер. Нет. Ну что, Эдисон, нашел бластер, дошел? Нет, Жек, я тебе повторяю, ничего тут нету. Ничего тут нету. Где? Вот ты поищи получше. На башне, Эдисон, на башне. Появился, Жека! Ты, Жека, Жека, да, Жека, ты чё, джедай? Я джедай, я силой мысли добавил туда бластер. Офигеть. Да прибудет с тобой сила, Оби-Ван Кеноби. Так, офигеть, Жека, как? Вот я прям в шок. Смотри, Эдисон, теперь у тебя следующая подсказка. Чтобы забраться на постройки, на какие-то, тебе нужно забраться на крепление. Крепление это кнопки деревянные. Ты по ним должен пальнуть, и даже заберешься на постройки. Ага, ясно. Так, да чё, вперед не могу ходить! А боком я же могу ходить, вот так, боком, да? Да. А, ну то есть просто вперед. Ай, твою мать! Просто да, вперед не могу. Ясно, понятно. Как мне с этой фигни сейчас спрыгнуть? У меня такой вопрос. Ты спрыгнуть делать получится, нужно опять вылезать. Нахрен пойти не хочешь случайно? Ооо, Жека, ты придурок, ты знаешь, ты придурок. Да, ты знаешь, это ты. Ой, магия джедая, так, карабкой, хорошо, сила. Карабкой. Да я задом иду, я топлю. Мне тебя жалко, честно говоря. Ой, сейчас тебя будет не жалко, когда ты будешь мою карту проходить. Ой, как я тебя пожалею. Так, хорошо. Посмотрим. Вот так, хорошо. Я хожу в заднице. Жалко, что у меня на заднице глаз нету, я бы так все видел. Да, ну, да. Да. Эдисон, я не скажу, у тебя на заднице с шагохода есть... Я уже вижу, да. Холосё. Давай, теперь ищи. А возможно, я вообще внизу где-то был, а ты вот я это все делал. Вот. Стреляют! Помогите! Это не ты, паскуда, это не ты. Да, это я. Да, это не ты. А как ты это понял? Да потому что ты бессмертный какой-то. Ничего. Ой, что тут внутри, Жека, а если я не хочу туда идти? А если я просто не хочу сюда заходить? Можешь как бы просто не заходить, может тут полазить где-нибудь, я не знаю. Да? Думаешь? Да. Так, паскуда. На, это ты? Ай, больно, не стреляйте. Легала. Все, топись. Так, хорошо. Топись там уже, давай, топись. Топись, давай. Хорошо. Я сейчас залезу и найду тебя, залезу. А что ты тут, давай, ну как бы, подожди, давай. Ищи меня, давай, найди меня полностью, Эдисон. Не хочу я тебя полностью искать. Полностью меня найди, пожалуйста. Ничего, я не буду полностью. Нет. Эдисон, полностью меня. Нет. Так, Жека. Да не полностью, нельзя тут полностью тебя искать. Хорошо. Так. Найди меня частично, хорошо. Частично я тебя не хочу. Подожди, а как мне, вот, открыл. Жек, ты меня заколебал, честное слово, ты меня заколебал. Где ты? Я... Да. Ну, я тебе так скажу, ты... Ну ладно, ничего пока не буду говорить. Давай скажи! Эдисон, ну ты был где-то рядом, вот так тебе скажу. А, я был где-то рядом, да? Был, да, то сейчас я уже не рядом, да? А вот кто знает, ну ты когда-то вот был рядом прям со мной, вот прям впритык, считай. Прям впритык, да?
Так, Жека, мне кажется, ты мухлюешь. Ты мухлюешь, да? А как это я мухлю? Ничего не мухлю. А вот что-то не так, ты там перепрятываешься и вот это все. Вообще, Эдис, я тебе скажу так, я стою на месте весь троллинг пятки. Весь троллинг пятки? Хорошо. А, то есть когда-то я был прямо рядом возле тебя с тобой, да? Да, когда-то было такое. Когда-то, а когда это было, ты мне можешь сказать? Ну вот, я тебе, конечно, до точности не могу сказать, ну когда-то вот, наверное, минуты две назад. Охренеть, я должен помнить, что было 2 минуты назад. А я сам не помню, что было 2 минуты назад, я помню, что ты был возле меня. Это я точно помню. Ага, и ты, то есть, знаешь, что это было ровно 2 минуты назад? А может, 5 минут? Не знаю, что, ну, я тебе говорю, не могу точности до секунды сказать, ну, примерно так. А, я могу сказать, что и примерно 5 минут назад, кто его знает? Ну ладно, могу вообще ничего не говорить, Эдисон, могу вообще ничего не говорить, как хочешь. Жека, ты меня заколебал, честное слово, вот этими задними походюльками. Да! Чё это там за петух лежит? Ай-яй-яй! Помогите! Ну да, конечно. Это не ты. Жека, а давай мы, может, не будем убегать, как бы, ну, ничего то, что я задом хожу, не? Ничего? Жека, так эти сраные тролли-прятки вечно могут продлиться. Жека, я тебя убить так не могу, ты что, охренел или что, я не могу понять. А, ну хорошо, давай. Давай, мы еще побегаем тут полчасика, давай, мы еще можем... Это я, привет! Мы еще можем полчасика побегать, ничего страшного, Жека. Привет! Ай! Да, давай мы еще побегаем полчасика. Давай. Она попади. А, почему ты такой бессмертный? Что за дичь, Жека? Она попади. Ай! Жека, иди сюда. Давай драться. Паскуда! В жопу тебе свои бластеры засунь! А я сейчас... О, как я сейчас тебя... Так, я перебегиваю вот эти все клавиши, и ты меня никогда не догонишь. Я тебе обещаю, ты меня никогда не догонишь. А все, сейчас кто-то плакать будет. Пошли, давай. Я специально на тебя побежал, мог вообще убежать. Пошли, сейчас, давай. Прячься, давай. Так, ну я в принципе лунной походкой захожу на твою карту. Лунная походка? Заходи. Жека, ты прям, ты понимаешь, посмотри на сцену и на вот эти две буковки. Понимаешь, что у меня сегодня концерт Майкла Джексона. Понимаешь? Ну, по-моему, прям, ты, Майкл... ты прям да? угадал, да. Майкл... Реально? Да. Ты прям угадал. Капец, я серьезно, мы не завещались, я даже не видел его карту. Ну вот, у меня концерт Майкла Джексона. Билл Дейн is not my lover. Так, ну все, я погнал. Ну я уверен, что 80% даже не знает, кто такой Майкл Джексон, но все же. Ладно. Давай же, ищи. Эдисон, можно вопрос, каким нахрен макаром ты вообще меня нашел? Вот, это нереально, да? Вот это нереально, вот именно, это нереально, Жек. Это нереально. Так, я буду боком ходить, так удобнее. Так, ну это точно не свинья. Ну хотя хрен его знает, ты похож, конечно, на свинью, но не настолько. А, спасибо. А как залез на сцену? А, кажется, понял. Так, ну что, Майкл Джек. Это. А кто из них Майкл Джексон? Ну не знаю. Там Майкл Джексон и его двойники, поэтому. А что это тут такое торчит? А что это там торчит? А что это там торчит? Крыло торчит. Ой, я что-то нашел, только не могу поэтому ударить. Что там, что не скибёшь? Что не скибёшь какие-то? Your bad has something was abstract. Кабос, ты абстрактный. Подожди, я не могу найти, где наши троллинг-прятки. Это да, пошло куда-то. Не, ко мне не ты пехайся. 3. Эдисон! Так, сейчас. Да, ищи. Ай, сдох он. Так, Жека, ну. Так, подожди, мне нравится биотуалеты, подожди. Биотуалеты. Будет здесь какой-то проход в биотуалет. Ой, в какашки упал. Так, сейчас я хожу. Так, а где? Воняет там, Жека, воняет? Да не, вроде нормально. А, ну да, ну нормально, хорошо. Опа, ты где там будешь? Это секретный проход. Эти собаки, эти Кристины, вот эти хочу сказать. Кристина! Сейчас бы всех Кристина скрабить, ну. Да нет, просто Кристины, которые твои NPC. А как по нему ударить? По кому? Да тут на биотуалете какая-то падла сидит сейчас, подожди. Вот прям странная такая падла там. Да это не я. Да, вот, а как только... Это подсказка, это не я же. Ты уверен? Да, это не я же. Да. Я же сказал тебе, это не я, ты мне не веришь. Кто я знает, может, меня опять троллишь? Ну да. Так, подожди, я сейчас. А может, это я был? Можно кое-что сделать. Так, ничего нет.
курицы костюм. Ну ты крутые машинки, да, Жек? Крутые яйца, машинки. Яйца поганые. Яйца все. Ой, её яичко убило, как арагун, как арагун. Сложно пипец на самом деле. Я понимаю, это все очень сложно, все очень сложно. Так, подожди, мне нужна какая-нибудь подсказка, давай, дай мне подсказку. Нет. Ну я как бы тебе давал подсказки, вообще какие. Капец. Ты мне давал подсказки спустя 10 минут, там тепло, холодно, у нас прошло 2 минуты. Да, вообще нет, я тебе сказал сразу, там есть лук, там есть стрелы. А у меня такого ничего нету, поэтому все. Ну ты прочекай там, где бомжопурчики за вот этими, даже не знаю, как это назвать. Видишь там всякие, ну там полотно сзади, в лесу вот это, вот эти, как коровьи. А, ты все там прочекал, ну хорошо, подожди, хорошо. Не все, и даже все, невидимые конечно. Проходы. О, я что-то нашел, сейчас подожди. Как залезть-то? Эдисон, это невозможно. А что ты нашел, Жек? Так, подожди. Я залез куда-то. Ага, тут еще и на крышу. А как на крышу залезть, Эдисон? В смысле? А, ну там невидимый блок есть, там можешь пройти по невидимым блокам, Джека. Нифига себе. Говорит, мне ничего такого на карте нет, а как по ним пройти, я не могу запрыгнуть. Куда не можешь запрыгнуть? Можешь там запрыгнуть, везде можешь запрыгнуть. Все там, везде ты можешь запрыгнуть, да, вот. Встань на shift, и ты сможешь пройти по невидимым блокам. Все логично, Джека, все логично. Зашибись, я просто упал, ничего не могу понять. А. Сложно, да. Сложно, я не понимаю, это что-то как-то непонятно. В смысле непонятно? Все как раз таки там. А ты где, Жека? Я даже твой не понимаю. Я не знаю, по каким-то невидимым блокам. Я вообще не понимаю, где я ползаю. По невидимым блокам сзади задом наперед ползаю. И задом наперед. То есть ты там все же нашел невидимые блоки, да? Да, все-таки они там есть, но по ним было сложно залезть на самом деле. А где ты сейчас? Так, на крыше. Там есть что-то интересное, Жека. Сейчас, подожди, я еще не понял пока точно. Так. Да. Ну там, конечно, сидит и на один NPC, еще всякие крысы ползают, но, блин, как же не по этим крысам не пойму, если это ты. Хорошо, Жека, я понял, да. Сейчас, подожди. Я не знаю, куда мне податься. Ах, я тоже не знаю. А сюда можно залезть в эту башню, где адский камень? А, это не башня, это колонки. Ну можно туда залезть? Нет. Нет, хорошо. Туда, ну, как-то можешь туда залезть, но тебе туда не надо. Там вообще ничего нет, Жека. Хорошо, понял. Так, что-то сложно как-то. Сложно, да, я согласен. Ты, конечно, можешь быть крысой, но... Ну, я не крыса, да, вот что-что, но я не крыса по жизни, Жека. Так что... Ай, стукнул микрофон. А, так что все нормально, Жек, не паришься, все. Все просто зашибись. Я не могу тебя найти. Это очень сложно. Я тебе дам такую же подсказку, как и ты мне давал. Mm-hmm. Вот где-то ровно 4, почти 5 минут назад было очень... Ой, прям как тепло было. А когда вот я сейчас... бил туалетах, да, было? А наверное. Вот сейчас прям уже холодно. Вот прям сейчас уже холодно. Вот прям так завело холодком, понимаешь? Холодком завело. Да? Да. Мне кажется, застряло. Сейчас я иду. Да, ну ты иди. Ну ты вспомни, что было 5 минут назад. Ну я помню, я где-то в биотуалетах лазил. Нет, я кого-то там в Мерсе. А 5 минут, а 4 назад было, но я не помню, в туалете это было или не в туалете. Или я 5 отверстий. Нет. Я не знаю, Жек, я честно не знаю. Ну давай, ищи меня, давай. 5 отверстий. Пять отверстий. Ну и 5 отверстий кого-то там в Мерсе. Понимаешь? Жека. Жека! Что ты несешь вообще? Каких 5 отверстий в Мерсе? Я купил новый перстень. Жека. Ты в машине где-то сидишь, что ли, или что? Не знаю. Я ничего не могу понять. Сраный микрофон заколебал падать уже! Эйзу, я не понимаю! Какие 5 отверстий? Какие нахрен вообще? Что ты несешь? Ну, потому что 5 минут назад, понимаешь? Короче, Жек, где ты был сразу, когда ты зашел на мою карту? Где ты был, Жек? На сцену был. Так, подожди. Подожди, я сейчас тебя... Подожди. Как Араган, что-то какой-то очень злой, как я вижу, как Араган наш, как Араган. Да я жду, я, в принципе, уже не знаю, сколько времени жду, поэтому я жду, да, Жек? Так, я, кажется, понимаю, ты где-то в бочках, да, спрятался? Это что такое? Я застрял в этой арфе.
Сейчас по бочкам попрыгаем, по бочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам. В ямку бух! Провалился наш... Петух. Петух. Я понял. Где-то ты тут был? Я как бы тебя видел, да. Я видел, что ты пьешь зелье, но я что-то тебя потерял почему-то. Что-то я не понял, в чем прикол. Подожди. Ты кокораган, Жак. Вот ты прям настоящий кокораган, я тебе вот так скажу. Подожди, я тебя видел, но ты куда-то испарился. А где ты меня видел? Где-то вот тут в бочках ты сидел. А, может... Это вот здесь в бочках, может, но и тут тебя нету, как бы. А, ну понятно! Опять же, снял броню! Ой, заходи, ну, оригинальный! Подожди, оригинальный! А что ты возмущаешься, если там даже выхода нету? Ты знал то, что я там сидел и я там сижу, даже если я броньку снял. Я не знаю, я только слышал, я не видел тебя. А, ну тогда что я ты возмущаешься, если даже там выхода нету, Жека? Кокораган ты наш, кокораган! Слушай, Жека, а помнишь, ты вместо машины самолет построил? Я вот сделал настоящую машину, которая еще и летать умеет. Офигеть просто. Да, что происходит? Походу, я что-то сделал не так. Короче, ребята, а вы сможете собрать нормальную машину, которая сможет нормально летать? Пишите в комментарии, что вам удалось построить, а чтобы вы не искали игру, я оставлю ссылочку в описании. Я тебе подсказки не дал, ты бы меня вообще не нашел, Жека. А на самом деле, я сначала был на сцене. Не на сцене, а на крыше. Просто там через крышу есть тайный проход на сцену за бочкой. Понимаешь? А, да, прикольно. Так что вот прикольно. Вот. Ну что, Майкл Джексон? Перебил себе уже. Майкл Джексон. На Бугатти. На Бугатти. Поехал отсюда. Да, туру. Лунной походкой. Туру. А, да, пускай. Да, воду в речку, Бугатти за лям потопишь, что ты придурок. Ой, ну все, давай. Да, ребята, мы будем с вами прощаться. Ставьте огромный пальцы прямо сейчас на вот этот видос, если хотите продолжение. Давайте наберем на обоих видосах по 15 тысяч лайков, и сразу же выйдет новая серия Тролли. Приятного. Да, ребята, и не забывайте также подписываться на наши инстаграмы и на наши страницы ВКонтакте. Там будет просто уникальная информация для вас. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. До свидания.